Всем привет, с вами я, ребята, и в принципе сегодня мы продолжаем выживать в Майнкрафте. Это у нас выживание на версии 1.13.1. И в принципе ладно, так, окей, в принципе давайте я немного поменьше сделаю прорисовку, да. И думаю, пора возвращаться домой, да, то есть, ну я здесь недалеко, да. Просто прошелся, посмотрел, да, всякие окрестности. И да, я проводил стрим уже неделю назад, да. И сразу хочу извиниться, то что опять роликов не было две недели, получается, потому что выйдет он на следующий день. То есть я снимаю 5 числа, да, а выйдет в 6, да. В принципе, теперь я так подумал, я думаю, то что я буду записывать сразу два ролика, то есть я запишу этот, и сразу же запишу, наверное, какой-нибудь Skywars, ну, Skywars вряд ли, конечно, я думаю, что-нибудь другое запишу, чтобы потом выложить быстрее, потому что времени у меня не будет, потом оно уже будет, ну, то есть, например, я просто приду, я устану, там, не знаю, не захочу снимать, а ролик уже у меня будет, второй ролик, да, то есть, и, в принципе, все будет отлично, то есть я просто возьму его, выложу. Поэтому так будет намного лучше, да, то есть снимать по два ролика сразу в один день, а потом как бы выкладывать просто через какое-то время. Да, сейчас появится подсказка о том, то, что в каком качестве мне лучше видосы снимать, в 1080p или 720, потому что ролики рендерятся где-то в два раза дольше. И я трачу намного больше времени, потому что, ну, когда-то я 720 снимал пи, и то есть, как-то, ну, намного быстрее все рендерилось, да. Особенно сейчас ролики я буду делать побольше, ну, то есть они будут длиннее, поэтому я думаю, то, что всего лишь там, ну, такое вот качество будет, ну, как-то, ну, не знаю. То есть, сами, конечно, решайте, если вы всегда смотрите в 1080 и вам так лучше, то... без проблем буду и в 1080 делать. Просто, может быть, я это делаю, может быть, вам и в 720 нормально, а я делаю в 1080, да. В принципе, ладно, окей, я думаю, этот ролик я сделал как раз в 1080, да. Ну ладно, извиняюсь, то, что так запинаюсь, я просто не записывал две недели, я стримил неделю назад, потому что, ну, как бы, хотел постримить, да, почему бы и нет. Уже, кстати, скоро я... Получается, через два дня уже будет две недели, как я ролик не записывал, да. Но выйдет, наверное, он завтра, да, то есть в 6 октября. Уже октябрь, да, и пора что-нибудь записать, да. Хорошо, так, все, окей. Чем мы сегодня займемся? Я, если честно, даже не знаю, чем мне заняться, да. Я сейчас давайте вам покажу, что я сделал. Я вот решил сделать такое вот дерево, мне так больше нравится. На стриме мы тут добывали уголь, там некоторые ресурсы, да. Давайте я покажу, да, там, по-моему, два стака угля, железо есть, броню. Броня у меня была, по-моему, да. Броня у меня, да, была, я инструменты сделал. По-моему, это уже после стрима было. Стрим сейчас в открытом доступе, потом будет по ссылке в доступе, то есть в плейлистах, да. И, да, в принципе, чтобы не пропускать видосы мои, то, ну, как бы всегда... на колокольчик нажимайте, да, а то, как бы, ну, это очень важно для меня, чтобы меня смотрели люди, чтобы обо мне не забыли. И я обещаю то, что пора, как бы, ролики снимать почаще, да, и как-то так. Ладно, в принципе, я думаю, мы сегодня ничего такого строить не будем, мы просто посмотрим какие-нибудь еще места, где можно... думаю, жить будет в будущем, потому что, ну, как-то мне это место немного поднадоело уже, как бы уже третья серия, а мы что-то в этом месте находимся, хотя здесь я как бы построил уже, так сказать, первое место, то есть здесь уже это я строил уже не зря, то есть я потратил вот на это все, я потратил, ну, думаю, часов 10, ну, часов 7, я думаю, на это выживание я потратил, хотя нет, какие 7, ну, 10 часов где-то, то есть... Ну, это, конечно, все за кадром было, то есть и на стриме было. То есть я сейчас, кстати, буду стримить выживание иногда, да. То есть тоже ждите. Иногда мини-игры будут, иногда будет стрим под выживание. Просто когда я выживание стримил, очень много людей заходило, и поэтому неплохо будет, да.
думаю, выживание снимать. Ну, стримить и снимать, как бы. Ну ладно. В принципе, как-то так, да. У меня тут подлагивает, я извиняюсь, но как бы миг погружается, да. Правда, извиняюсь, то, что запинаюсь, просто непривычно, понимаете, сами думаю. Не жить, я думаю, здесь в ролике особо много монтажа, потому что, ну, как бы, я хочу сделать это выживание каким-то, я не знаю, ламповым, да, ну, типа, как в старые добрые времена, там, года 4 назад, типа, когда, ну, особо никто монтаж не делал, то есть какая-нибудь музычка и все, да. Ну, и вот как-то так, давайте я отсюда тростник уберу, да. Я просто посмотрю места, какие тут есть, может быть, тут какое-нибудь райское место есть. Райский уголочек. Правда, уже ночь. Ну ладно, ничего страшного. Ничего плохого не будет. Так, тут эти самые, как его, лошади есть. Да, это хорошо. В принципе, ладно. Так, ну как бы, именно вот эту серию я сейчас записываю с первого раза. Ну именно я звук проверял, сейчас звук может много другим быть. Хотя это вряд ли, да. Потому что, ну... Не знаю, короче, я над звуком очень старался. Вот, кстати, вот это место мне больше нравится. А, я же здесь первый сей был. Точно. А почему не собирается? Ага. Ой, что-то лагает, ребят. Я не знаю, что происходит, но у меня что-то вообще... Мир погружается, думаю, сами понимаете. Тем более запись еще идет, как бы. Поэтому подлагивает. Вот эта территория мне очень нравится. Здесь остались до сих пор саженцы. Верстак. Вот здесь, мне кажется, вот здесь я жить не против. Вот здесь прям красиво. Я просто не заметил, когда я вот играл тут, вообще не заметил. Вот тут место намного, мне кажется, лучше. То есть здесь можно какой-нибудь мостик будет сделать. Да. В принципе, почему бы и нет. Да. Да-да-да. Окей. Ага. Блин, ребят, мне кажется, это место вообще... Оно, понимаете, здесь даже и травы, как бы, вот там травы. Ну, хотя траву убрать можно. Ну, то есть, такая территория ровная, мне она нравится. Вот тут куча биомов всяких. Мир погружается. Меня подлагивать будет, наверное, видео. Сколько FPS? 30. Ну, 30 это вообще мало. Ну, что так делать-то? Окей, там скелет. Да. Хорошо. Ой, зомби. Окей. Так. Я не знаю, может быть, как-то будет весело сегодня, может быть, нет, не знаю. Хорошо, ну вот как-то так, я думаю, мы сюда переедем. О-о-о, волки, хорошо. Подождите, а я же убил скелета. А, нет, не убил, я просто видел его. Давайте убьем. Может быть, волка приучу. Почему бы и нет. Да. Я, кстати, возможно, буду сюда еще приглашать подписчиков на этот мир, в этот мир. Но хотя, я сейчас думаю, потому что, ну, блин, пока думаю, потому что, ну, типа, в этом мире я не хочу, чтобы еще кто-то выживал, типа, это уже будет какое-то выживание вдвоем, втроем, да. В принципе, вот, думаю, сами понимаете. Хотя, если что, я просто изменю всякие вот эти порты, не порты, ну, изменю, короче, все, да. Ну, то есть, может быть, кого-нибудь буду звать на серию, да, каких-нибудь подписчиков. Потому что я с некоторыми общаюсь, да, если вы не знали. По-моему, у меня нету ссылки на Discord-сервер, но раньше у меня была ссылка. Кстати, вот огромное спасибо за 12 лайков под прошлым видео, потому что я прям вижу то, что вот я как-то расту, то есть подписчиков больше становится, и как бы лайков и просмотров тоже больше, то есть я... Не знаю почему, но мне почему-то кажется то, что я наоборот скатился, хотя я сам, ну, я вижу то, что просмотров больше становится, все больше становится. Так, нифига себе, да? Блин, я прям чувствую очень сильно лаги, я, ну, как бы, ну, думаю, вы понимаете. То есть, когда у меня больше 60 FPS, только тогда я плавность чувствую. В принципе, это и так понятно. Окей, так, что, ну блин, FPS реально мало. Давайте отсюда выбираться. Я хочу волка получить. Давайте уголь забьем. Не знаю, ребят, мне это место больше нравится. То есть здесь можно что-то построить такое большое. Но именно не здесь, а вот там где-то. Или где? Вот тут, да, там. Вроде как.
Кстати, глина. Ну, давайте что-нибудь. Я думаю, кирпичи я буду делать. Да? В принципе, да. Кстати, может быть, я скоро уже начну снимать не только Майнкрафт, потому что, ну, как бы, сам Майнкрафт, тематика Майнкрафта уже как-то стареет. То есть Майнкрафт уже не такой популярный, как, я не знаю, года 3-4 назад, когда его все играли, любили эту игру, а сейчас много хейтера, типа, на игру. Ну, точнее, не на саму игру, ну, как бы, игру не любят, потому что, ну, как бы, думаю, вы в курсе, почему ее не любят, потому что все снимают всяких тупых нубиков и так далее. И, то есть, они засирают Майнкрафт. То есть, люди просто обычные, которые не играли в эту игру, они видят то, что, ну, в эту игру играют, и просто какие-то школьники, которые матерятся или еще что-то такое. И поэтому мне интересно, да. Ну, и тем более, вот, ну, сам Майнкрафт не умирает, потому что, как бы, если ты играешь на новых версиях, ты знаешь, что что-то новенькое добавляют. Тем более, я видел новое обновление на 1.14. То есть, это вообще жесть. То есть, только вышло 1.12. Я думал, только через полгода я что-нибудь узнаю о новом обновлении, да? И, кстати, обещаю то, что это выйдет в начале 2019 года. Это круто. Это реально круто. Как-то так, ребят, да. В принципе, хорошо, да. Я, кстати, знаю то, что у меня какой-то шум всегда, да, то есть, когда я что-то говорю, когда не говорю, то есть, какой-то шум бывает. Я за это тоже извиняюсь, потому что я не знаю, как это убрать. Наверное, никак. Ну, нужно как-то что-то настроить будет, попытаться. Я что-то пытался сегодня, что-то шум все равно остается, просто это, так понимаю, это минимальный шум. Если вы его вообще слышите, может быть, музыка сейчас будет играть в этот момент. Не знаю, да. Как сделаю там монтаж и так далее. Этот. Да. Ну окей. Поэтому, не знаю, напишите еще, точнее не напишите, я сейчас сделаю подсказку. Дождь пошел. Ну он без звука, правда. Я звук отключил. Не, подождите, у меня лагает. Давайте я использую эту команду, я думаю, вы не против. Так, какая там дальше? Вот это, да. Саян, то, что, ну, использую такие команды, но дождь я не хочу, ребят. Я думаю, я так делать больше не буду. Поэтому, блин. Ну ладно, здесь пускай взрывается. Хотя, ладно, землю забьем. Земля мне нужна. Или годится, да. Хорошо, идем. Это, я так понимаю, я иду назад. Хорошо, да. Так, паучки, паучки. Ой-ой. Двое нападают. Давненько такого не было. Вообще, я Майнкрафт стал очень редко играть. Если вы думаете, то, что я играл в Майнкрафт... Ну, то есть, я не записывал ролики, играл в него. Я вообще не играл. Особо я вообще за компом сидел. То есть, как-то так, да. Курица умерла. А, то есть, я в него особо тоже не играл. Поэтому... Ой. Поэтому... Ну, я чуть-чуть, может быть, играл. Да, я чуть-чуть играл, ну, типа, сильно прям нет, такого не было. Давайте коробок поубиваем. Вот опять я чувствую, ну, вы видите сами то, что подлагивает. Подлагивает, ну, вообще. Все зависает, короче, все. Ну, вообще жестко. Все плохо. Да, давайте овец убьем. Думаю, надо будет строиться, то есть я... Так понимаю, надо будет скоро, да. Да что происходит? Подождите-ка. А, мы не все. Хорошо. Зомби пошли. А уже утро. Ну, окей. Не, я не знаю, ночь была легкой. Давайте я сложно поставлю. Я что-то забыл то, что у меня нормально стоит. Я на стиме поменял сложность. Да. Окей, я так понимаю, мы идем назад. Да, мы идем назад. Ну вот тут. То есть вот тут вообще хорошая территория. И кстати, вот что я забыл сказать. Вот я в это видео просто гуляю, что-то делаю и не рассказываю самое такое важное. У меня стоит текстурпак на осень. То есть, как вы видите, у меня осень. То есть вот такая вот осень. То есть, надеюсь, вам нравится, да, потому что, ну, типа, прикольно, типа, началась осень в реальной жизни сейчас здесь, выживание осень,
типа текстопак. Я думаю, я забуду скинуть его в описании, поэтому я его так покажу. Вот он, как он называется. Находите его, да. Это сам файл, то есть, ну, название вот, видите, да. Он, правда, на версию 1.10, но как бы работает и на 1.13, да. Поэтому не бойтесь, добавляйте, да. Поэтому все хорошо, да. Вот, кстати, как. Вот, идем вот так вот, потом вот так вот, и нажимаем «Да». Нажимаем «Да», и потом нажимаем «Готово». Ну, точнее, Fightful еще, кстати, 1.12. Делаем вот так вот, нажимаем «Готово». Я нажму Escape, чтобы отменить это все, потому что у меня и так все уже стоит. Да. Ну окей, блин, мне нравится. Особенно утром, где-то вечером, тут вообще выглядит все красиво. И, в принципе, скачивайте, если вам понравился текстопак и так далее, да. Я думаю, в принципе, то, что уже пора мне это сказать, да, то, что я, ну, я очень давно мечтал вот это, так сказать, сказать, да. Ну, точнее, знаете, что я хотел сказать? Короче, я хотел сказать про то, что наконец-таки, я думаю, то, что теперь вы сможете набирать, ну, под выживанием точно сможете набирать по 10 лайков, и теперь я вам скажу так, то, что когда наберется 10 лайков, тогда будет новая серия. Ну, как бы, если не набьете, то я просто буду снимать другие видео, да, ну, вот как-то так, да, потому что, ну, снимать выживание реально сложно, сложнее, чем просто какой-то SkyWars, потому что ты зашел на SkyWars и начал просто снимать, а здесь как-то ты прям думаешь, чем заняться, ну, как бы мы сегодня вообще ничем не занялись, да, я думаю, заниматься мы всякими вещами будем на стримах. Я буду рассказывать, что мы делали на стримах, да. Кстати, я придумал здесь, ну, я в третьей серии говорил то, что здесь будут эти самые, как его, магма, да. То есть, ну, я ее убрал. И, кстати, это же магма там. Я что-то вообще забыл, почему я магму убрал. А, ну типа. Короче, я забыл. Саян, ребята, я забыл, короче. Ну, она меня засасывает, типа, я умираю. Вообще, я не помню, короче, все, забейте, что я сказал, короче, я все забыл, да, я просто все забыл, добыл еще 47 угля, то есть я просто погулял, что-нибудь порассказал вам, всякие мои веселые истории, да, я думаю, мы в следующей серии, точнее, я думаю, на стримах сделаем ферму животных, я думаю, мы на стримах начнем там что-то делать, блин, дождь начался, ну ладно. Я буду на этом заканчивать. Серия получилась, наверное, скучноватой. Я вам просто порассказывал, что там такое, да. Видео, наконец-таки, я начну выпускать почаще. Где Буфа? Поэтому давайте 10 лайков, и серия выйдет. Но она не выйдет прям сразу, если что, да. То есть она выйдет только тогда, когда я смогу, в принципе, выпустить. Давайте наберем 10 лайков, и будет новая серия, да. В принципе, на этом все. Ставьте лайки. Как бы, уже сколько по лайку сказал, не знаю. Раз 500, наверное, да. Я не буду больше так говорить, да. Вообще, не знаю, зачем я по лайки говорил. Если, ну, как бы, я могу просто монтажом показать, типа, поставьте там лайк и так далее, да. Нажимайте обязательно на колокольчик, да, и чтобы не пропускать видео новые и стримы всякие, да. Или какие-нибудь подкасты, ну что-нибудь такое, да, расписание каких-нибудь стримов, да. Все, ребят, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пока-пока, и, короче, пока-пока, и удачи. Чтобы поставить колокольчик, надо сделать очень сложную вещь. Подписаться на канал и нажать на этот же колокольчик. Конец. Ать, 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 ать